То есть вот то, что мы сейчас обсуждаем, вернее, то, что мы сейчас обсудим, это будет также являться шаманской практикой. То есть, помните, мы говорили о том, что цигун включает в себя два направления практик. Это шаманские практики или практики отслеживания определенных механизмов своей психики, тренировка этих механизмов для того, чтобы они развивались, и мы их могли использовать по своему желанию. И мы знаем, что цигун именно как бы не привносит ничего нового, а лишь учит человека пользоваться тем, что уже есть. Вот в чем фишка, скажем так, такая. И вот сегодня мы с вами ходили на гору Удан, да? Ходили долго и нудно. Было, все уставали, все останавливались и так далее. Были крутые ступеньки. Расскажите свои ощущения. Вот вы шли, да, и в какой-то момент ваши ноги стали уставать, но вы понимали, что надо идти дальше. Что происходило? Вы замечали, какие изменения происходили в вашем теле? Как менялась ваша походка? Что происходило? Ползли. Я делал так. Я так. Смотрел на ступеньку, которую видел с помощью фонарика. Так. Говорил, что сейчас я до нее дойду. Вверх не смотрел, чтобы не пугаться. Ага. А мы наоборот. Проходил больше где-то раза в два, чем до этой ступеньки. Хорошо, отличный пример, я про него расскажу. Даже сейчас я про него расскажу, зачем я буду откладывать. Ну, это маленькие... Наша психика тормозит нас гораздо больше, чем наше тело на самом деле. Наш ум, тот самый, да, оценочный, который смотрит на ступеньки и думает, ой, я по-любому устану. Вот я сейчас туда пойду, у меня ноги отвалятся, точно, уже абсолютно. Тот же самый пример, есть в боевых искусствах такая, скажем так, уловка, когда делаешь отжимание, когда человек отжимается, он для себя ставит, его ум ставит для него некое ограничение. Например, я отожмусь только 10 раз. Больше я не отожмусь, и то еле как. Но если человек начинает отжиматься, если ему говорят отжаться без счета, то есть просто вот отжимайся и все, не считай, то человек, как правило, раза в три больше отжимается, чем его предполагаемое максимальное количество раз. То есть его психика, его ум перестает его тормозить и создавать внутреннее напряжение для него. А психика влияет на тело, соответственно, а тело отзывается с удовольствием. Вот точно так же, ну, если кто-нибудь, да, будет считать за вас рядом, про себя, чтобы вы этого не знали, то вы с удовольствием отметите, что резервы вашего тела гораздо больше, чем вы думали. Вот. Также про лесенку, про которую говорил Макс. То есть очень хороший пример на самом деле, простая техника. Вот. И я немножко про другое хотел рассказать, но это тоже к слову пришлось. То есть понаблюдайте за тем, как ваш ум вами играет. И попробуйте обхитрить его. То есть попробуйте вот эту оценку убрать, и вы заметите, что будете способны на гораздо большее. Еще один маленький пример, когда человек идет, и вы на себе наверняка это замечали, вы начинаете уставать, и меняется ваша походка, меняется ощущение в теле. И происходит такой интересный феномен, феномен дозированного напряжения, то есть примерно то, что мы с вами получаем в большом дереве. Когда вы в большом дереве стоите такие все напряженные, напрягаетесь такие, хотите вот это все переждать, вот так вот. Через какое-то время, когда тело понимает, что не получится переждать, и вроде заканчивать мы тоже пока не собираемся, а я-то уже устал, и поэтому, черт, придется расслабиться. И многие мышцы начинают расслабляться вот из-за этого. То есть эффект дозированного напряжения. Вот. И то же самое во время ходьбы по лестнице. Да? Вот помните, мы на Сан-Хуанджай поднимались в Шаолине, горы. Да? Сначала, ой, мама моя! И так далее. А потом раз, и вроде как уже и нормально, и вроде как даже уже и останавливаться не хочется. Когда вниз пошли, вроде нормально. Вот. И что происходит с телом? Есть такое понятие в разных практиках. Ну, я скажу название из одной, например, практики. Походка силы, бег силы. Вы слышали что-то такое подобное? То есть определенные методики, которые позволяют человеку повышать свой ресурс. То есть идти дольше, идти быстрее, бежать дольше, бежать быстрее, не уставать и прочее, прочее, прочее. Слышали про такое? Нет. Вот, ну вот есть такая методика, на самом деле она основана на простых механизмах наших. Дело в том, что когда вы устаете, и ваше тело устает, и ваша походка меняется, и меняется она в сторону компенсации, то есть тело
начинает использовать лишь те мышцы, которые реально нужны. А все остальные вы чувствуете как будто бы уставшими, расслабленными. Поэтому человек часто чувствует такую слабость. Вот. И максимально эффективно начинает использоваться ресурс тела. Потому что тело понимает, что дальше оно не пройдет, если будет неэффективно использовать ресурс. И можно намеренно включать вот этот механизм в себе. Мы его, кстати говоря, намеренно включаем в большом дереве, когда выстраиваем положение своего тела. То есть мы изначально создаем вот это вот состояние, когда ты уставший расслабляешься. И ты создаешь то же самое, повторяешь ту же самую форму тела, форму расслабленного тела. Вот то же самое можно сделать, когда вы идете. То есть у походки силы есть три основных составляющих. Первая – физическая. Вторая – работа внимания. И третья – информация. Физическая. Ваша задача – почувствовать, вот как раз когда вы устаете, как меняется работа вашего тела, как меняется ваша походка. Да? И получается, что реально человек чувствует себя, ну, как бы немножко комфортней. Мало того, тело чуть ли вообще к земле не гнется. То есть это первая составляющая. Это заметьте. Правильно? А? То есть это правильно или нет? Да, конечно, это правильно. Почему это неправильно? Организм расслабляется. Да, ваше тело вам показывает наиболее оптимальное положение для использования своего ресурса. Для движения. Чтобы вы дольше смогли пройти, меньше уставали и так далее. Иными словами, если вы вначале будете повторять то же самое, вспомните вот это вот свое положение тела и будете его повторять в начале пути, то вы сможете пройти гораздо дольше, гораздо большее расстояние и гораздо меньше устанете. Это первый момент. Нет. Эта идея понятна? То есть поза уставшего человека, грубо говоря. То же самое касается и бега. То есть когда человек бежит вот так, весь такой напряженный, да? Когда вот это все устает, он чувствует себя таким. Это физический аспект. Это понятна идея? То есть здесь просто понаблюдайте за собой, и вы поймете, о чем я говорю. Я не хочу сейчас выстраивать эту форму, это второстепенно, как бы просто для вашего использования. Второй момент. Я уже говорил о том, что психика сильно тормозит тело. Очень сильно. И вот это вот психическое напряжение мешает человеку отжаться, например, да? Или пройти по каким-то ступенькам, просто потому что он думает, что «Ой, я точно устану, и колени у меня точно отвалятся, если я туда дойду». Его ум им управляет. Что происходит с вниманием, когда мы куда-то торопимся? Как вы думаете? Так. Хорошо. А что происходит с вниманием, когда вы не хотите куда-то идти? Ну, ты начинаешь думать. Я про внимание говорю сейчас. Где, да, что происходит с вниманием, когда вы вот не хотите куда-то идти? Оно отстает. Да, именно так. То есть вас как будто бы тянет назад. Вот такое ощущение. То есть, если сравнить, вот если представить, что наше внимание повторяет форму нашего тела, когда вы торопитесь, оно как бы впереди вас чуть-чуть бежит. И как бы, то есть суть действительно одна, как сказала Лена, внимание не пребывает в теле. Тело не может работать эффективно. Мы это уже знаем, что внимание помогает телу работать эффективно. Помогает расслаблять ненужные напряженные мышцы, оптимизировать работу тела, запускать обменные процессы и так далее. Все, что нужно для здоровья. Когда ваше внимание впереди, вы быстро истощаетесь. Про такого человека говорят. Ярко горит, но быстро потухает. Понимаете, да? Все, мясо. Лежит где-то на тропинке. Спит. Когда человек, вот как раз, когда его внимание тянет назад, да, вы чувствуете, как ваше тело реагирует на это? Как будто бы у вас за плечами рюкзак 50 килограмм, который, ой, как мне не хочется туда идти, мне кажется, я уже устал, все. И действительно тело реагирует. То есть, внимание тормозит человека. Иными словами, когда ваше внимание будет пребывать в пределах вашего тела, я вас уверяю, ваш энергоресурс будет расходоваться очень правильно, очень грамотно, и вы будете гораздо меньше уставать. Пришли. То есть получается, что то, что я сейчас рассказываю, просто помогает вам увидеть закономерность. Да. Понимаете? То, которую вы сможете намеренно использовать. Как раз, да. Да, которую можно выполнять как систему, когда тебе захочется. Вот в чем плюс цигун. Да. Спасибо, Максим. Сказал, то есть мы телу пообещали, что вот сейчас две площадки, ну и все, и отдых. Мозг сказал, нет, давай еще одну. Она такая длинная сказала. Вот. Вот это с вниманием понятно?
Паш, а как обеспечить его пребывание в теле? Наблюдайте ваши ощущения внутри. Не глазейте по сторонам, не смотрите наверх, не думайте о том, что вы там сзади, да? А наблюдайте свои ощущения. То есть работа... Как подняться на эту ступеньку, вот. Да, да, не думайте даже ни о чем. Здесь вопрос работы внимания. То есть свои ощущения в теле отслеживайте. И последнее. Информационный аспект. То есть, что сделает эту практику еще более эффективной? Как вы думаете, как можно сюда прикрутить информацию, работу образа? Чувствовать. Информационный аспект в этом упражнении будет ничем иным, как просто перепрограммированием. То есть, ты даешь своей психике новый образ. То есть, не себя тяжелого, грузного, старого, да? А вот, например, пушинка, да? Это почувствовать. Это здесь не в почувствовании дело, а в отношении к этому как к упражнению. То есть, как мы всегда делаем, вначале представили и наблюдаем эффект. Иногда вспоминаем про это. Все. Ты можешь представить себя ветром, ты можешь представить, что тебе ветер в спину дует, который тебя подталкивает, и ты идешь быстрее. То есть, идея понятна? Придумайте любые образы, которые вам нравятся. Я постоянно тебя спрашиваю, ты пушинка? Нет, я дорогая, ты пушинка. Потому что ты мне так... Все, с пушинками потом будете разбираться. Вот. То есть, получается, какой вам предпочтительнее, такой используйте. Что сможет быстро забраться на гору, что может не уставать и так далее. Придумайте сам. Фуникулер. Представьте, что вы фуникулер. Значит, смотрите, получается тело, внимание и информация, работа образа. И все. Вот вам готовое упражнение, которое вы можете применять в любых ситуациях, когда вы идете и когда вы бежите. Вот вам походка силы, вот вам бег силы. Никаких секретов. Все физиологично и психично. Идея понятна? Вот вам практический, прагматичный пример применения практики в повседневной жизни. Наблюдение за собой и нахождение закономерностей.